Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. В Барнауле возбудили уголовное дело после издевательств сексуального характера над школьницей. Первые преображения теперь уже федеральной трассы. Под Павловском начались ремонтные работы. Как изучить английский через алтайскую реальность? В Барнауле выпустили уникальное учебное пособие. Следователи возбудили уголовное дело по факту издевательства школьниц над ученицей младших классов. Инцидент произошел 23 мая, однако общественности стало о нем известно сегодня. По данным следствия, все произошло в одном из заброшенных домов Барнаула. Там находилась компания школьников образовательного учреждения номер 70. Одна из них, 14-летняя девочка, причинила телесные повреждения, затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Причем издевательство компания записывала на телефон. Что-то такое рассказали, то, что на бутылку ее посадили. Челюсть там сломали, что-то еще было. Позвоночник перелом. Кто, старшеклассница? Нет. Так там их толпа была. Еще и на видео это снимали. Угу. Но я не присутствовал. Я сам вчера только узнал. Подозреваемая задержана. Окажется ли она под стражей, будет решаться в ближайшее время. Пострадавшей оказана медицинская и психологическая помощь. Глава региона поручил оказать ее семье всю необходимую поддержку. Ситуацию курирует уполномоченная по правам ребенка в крае Ольга Казанцева. Тем временем серьезность происшествия понимают не все. Глава Алтайского следственного комитета получил выговор от руководителя федерального ведомства Александра Бастрыкина. В ходе совещания он заявил, что на Алтае один из самых низких в стране показателей обеспеченности сирот жильем – всего 6%. Подобная ситуация складывается в Кабардино-Балкарии, Курганской области и на Кузбассе. Ситуация меняется очень медленно и плохо. Число сирот, имеющих право и не получивших жилье, выросло. Нам необходимо контролировать, принимать жесткие меры, чтобы эта цифра бюджетное финансирование привело к цифрам освоения. Среди причин, по которым выдача квартир сиротам затягивается, нераспорядительность чиновников, нарушения при проведении аукционов, завышение стоимости жилья и другие. К руководителю Алтайского СУСКа Андрею Хвостову применят меры дисциплинарного взыскания. В Рио министра транспорта региона назначен Виктор Никитюк. До этого он занимал пост заместителя руководителя. Он же и ответил на вопросы журналистов и жителей края о ремонте дорог. Так, полосу для велосипедистов на шоссе Ленточный Бор в Барнауле выделить было невозможно. Ответ министерства жителю города Сергею. Очевидно, велосипедисту. Виктор Никитюк пояснил, если двухколесному транспорту выделить полосу на объездной, а она ограничена лесом, это нарушит параметры проезжей части, что недопустимо для дорог этой категории. В целом же этим летом на ремонт дорог краевого значения, в том числе и капитальный, планируют направить почти 5,5 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее эта цифра составляла чуть больше 5 миллиардов. А на вопрос жительницы Барнаула Татьяны, сколько средств нужно для приведения всех дорог региона в хорошее состояние, ответ был следующим. Сейчас на их ремонт в крае тратят лишь треть от необходимого. В продолжении темы. Первый ремонт проводят на теперь уже прошедшей федеральной собственности трассе Барнаул-Павловск-Казахстан. Работы идут на нескольких участках. Один из самых масштабных – под Павловском. Слово Артему Гусельникову. Едва передали в федеральную собственность, как здесь уже ремонт. За качество дороги Барнаул-Павловск-Казахстан теперь отвечают в столице. И это первое преображение. Работы ведут на нескольких участках, в том числе в 8-километровом объезде Павловска, чтобы увеличить нагрузку с 10 до 11,5 тонн на ось. На данном участке проводятся такие виды работ, как укрепление основания добавлением 4% цемента, укладка поверх выравнивающих слоев из черного щебня и слой покрытия – это из цементных материалов, а 11 м. Итоговая стоимость работ еще не определена, но на каждый километр дороги запланировано потратить более 20 миллионов рублей. В принципе, работы выполняет одно из наших подразделений, и можно сказать, что идем в графике. А начались работы в конце апреля, то есть подрядчик уже разрабатывал
и подготавливал материалы. И в мае уже успешно, так сказать, приступили по полной, так сказать, программе. Если работы и дальше будут идти по полной программе, закончить их обещают уже в сентябре. Дальше этот отрезок трассы ждет ежегодный мониторинг. Специалисты будут следить за качеством покрытия в течение 5 лет. Именно такую гарантию и дает подрядчик. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. На сегодняшний день в Алтайском крае привито от коронавируса почти 240 тысяч человек. Привиться можно как в поликлинике по месту жительства, так и в мобильных передвижных пунктах. Буквально сегодня утром заработал новый пункт вакцинации. Подробнее о нем расскажет Валентина Аскерова. Когда последний раз обострялся хронический бронхит? Так, в ноябре 2020 года. Спрашивают о болезнях, измеряют давление, сатурацию, выясняют, есть ли аллергические реакции, ряд обязательных формальностей, после чего ставят первую прививку от ковида – «Спутник Ви». В краевой столице заработал еще один мобильный пункт для вакцинации, всего в 100 метрах от вокзала. Здесь можно поставить первую прививку. Да. Где можно вторую поставить? Вторую прививку мы приглашаем поставить либо в нашей поликлинике, либо пациент может поставить прививку по месту жительства, записавшись через регистратуру. На данный момент трудностей с вакциной нет, очереди никаких нет. Вакцинация в свободном режиме, прививаем в удобное время. Кратковременное повышение температуры, регулярное нарушение работы кишечника редко. Таковы возможные последствия от вакцинации. На сегодняшний день прививочная кампания сбавила обороты, говорят медики. Пожилые люди сейчас больше заинтересованы в дачном отдыхе, нежели в безопасности. Тем не менее, люди идут. В выездных пунктах в среднем прививаются от 20 до 50 человек в день. Почему решили вот только сейчас привиться? Почему сейчас? Ну, поначалу много народу было. Вот. Так что как-то немножко небезопасно было. Вот. А кроме того, ну куда мне идти? Дома сидели. Вот. А сейчас дома сидеть как-то вроде погулять надо. Лето. Мобильный пункт на вокзале будет работать в будни с 10 утра до 16 часов, выходные с 10 до 14. Еще один передвижной пункт работает в торговом центре «Праздничный» на Балтийской. Поставить прививку может любой желающий с 18 лет при наличии паспорта. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В День российского предпринимательства гостем Барнаула стал Александр Исаевич, руководитель федеральной корпорации МСП. Он не только посетил несколько предприятий малого и среднего бизнеса, но и поздравил предпринимателей с их профессиональным праздником. Вопрос-ответ. В таком диалоговом режиме сегодня прошла встреча предпринимателей с новым руководством федерального МСП. К слову, приехали они впервые. Пообщаться и помочь разобраться со сложностями, которые возникают у местных алтайских бизнесменов. Это отличный регион с точки зрения и вкладов, и с точки зрения развития. Потому что даже в тяжелый период, который был в прошлом году, мы смотрим, динамика не упала, не упало количество занятых. Понятно, что он тяжелый, но те меры, которые принимает регион, нам важно сохранить эту тенденцию, нам важно дать синергию, чем-то помочь, помимо традиционных наших мер поддержки, которые мы оказываем. Конечно, сегодня в зале не все предприниматели Алтайского края, но мы имели возможность подключить их удаленно через платформу Zoom, и мы видели, насколько востребовано это было участие. Кстати, в регионе более 75 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Их услуги и товары пользуются спросом как внутри региона, так и за его пределами. Помогать бизнесменам регистрировать новые предприятия, продвигать их на рынке. Как раз и есть совместная задача центра «Мой бизнес» и федеральной корпорации МСП. Лишь малая часть представителей малого и среднего бизнеса сегодня присутствовала в зале и получила заслуженные дипломы по случаю праздника. Роль предпринимательства Алтайского края очень велика, и я от души поздравляю всех алтайских предпринимателей с этим праздником. Желаю им процветания, желаю, чтобы они реализовывали свои проекты, были здоровы и удачливы. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Жара выгнала людей на пляж, и причем некоторые несанкционированные собирают даже больше отдыхающих, чем официальные. Да и государственные бесплатные пляжи по сей день не открыты. Так какие риски в себе несет желание позагорать там, где не положено, расскажет Андрей Дрейер. Сезон пляжных рубашек уже открыт, это можете увидеть по мне. Ну еще и потому, что пляжи практически заполнены, при том, что официально ни один из них не открылся. И здесь иногда важнее не то, что в красивой рубашке вышел, а то, что в рубашке родился.
С начала мая на водоемах края погибли 4 человека. Двое детей, еще вода погубила 2 рыбаков. Это как раз главные клиенты спасателей. С приходом жары к ним могут прибавиться и дикие отдыхающие. Безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Государственной инспекции по маневрным судам пляжах. Официальный пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет безопасен. Официально проверенных мест купания в регионе пока нет. В крае планируют проверить и открыть 55 пляжей. Когда пески барнаульского приютят горожан, уже официально не ясно. Зависит все от привратностей паводка. Пока городской пляж, как и его коммерческий сосед «Водный мир», больше похожи на мир подводный. Но все же некоторые платные площадки уже готовятся к открытию. Они за время пандемии даже начали расширяться, хотя и несли убытки. Мы в итоге в том году были закрыты. Вот. Но зато это нам дало возможность действительно провести большой объем работы. В этом году для получения всех заключений экспертных служб у нас уже проведены исследования и дано заключение Роспотребнадзора, санэпидстанции. Ожидаем выезда и уже конкретно дано будет заключение ГИМС. Платные и государственные пляжи хороши еще и тем, что они уделяют внимание защите от солнца, а тень важна. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Так написал когда-то поэт и писатель Андрей Белый, фактически предсказал свою судьбу, действительно умер от последствий солнечного удара. Здесь это не сильно-то грозит, зато получить какую-нибудь болезнь или патологию от слишком долгого воздействия солнца – это как за здрасте. На первом месте стоит, наверное, солнечная крапивница сейчас, и люди, страдающие этим заболеванием, достаточно большая эта проблема. Потом часть лекарственных препаратов, и в том числе и парфюмерия, обладают фотосенсибилизацией, то есть усиленной чувствительностью кожи к ультрафиолету. Это нужно иметь в виду, когда доктор вам назначает в летнее время года определенного вида лекарственных препаратов. Все зависит от того, к какому фототипу относится человек. Эксперт говорит, что, например, я отношусь к первому, это группа риска. Чем смуглее кожа, тем меньше проблем вызывают прямые солнечные лучи. Так что пользуйтесь фотозащитой. Не выходите под солнце с 12 дня до 3. Еще больше ультрафиолета бьет по коже именно на речках и озерах. Потому что вода отражает солнечные стрелы. Помните об этом и, конечно, о том, что безопасных мест для купания сегодня в крае нет. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Только половина тракторов и другой сельхозтехники проходят техосмотр. А вот еще одна цифра. Десятой части техники дают желтую карточку из-за неполадок. На Алтае начался сезон подготовки к посевной. На региональных трассах достаточно техники. Чтобы не подвергать никого риску, инспекторы 4 раза в год проводят специальный рейд. На одном из них побывал Артем Гусельников. Добрый день, инспектор Дисциплинадзора Троицкого района. Документики. Услышать такую просьбу в поле неожиданно, но безопасность на дороге в этот раз в руках инспекторов гостехнадзора. Сегодня они проводят специальный рейд и досматривают сельскохозяйственную технику. Это важно, объясняют специалисты, так как техосмотр все же носит заявительный характер. И если владелец трактора не обратился в ведомство, он вне поля зрения сотрудников. Документами порядок, а с трактором нет. Что за потеки масла? Устраним. Некогда сейчас. Пахотный сезон. Виталий прошел техосмотр вовремя, но это некогда все равно стоило ему 1000 рублей. Еще месяц назад трактористы платили за подобные нарушения не более 300, но теперь ставки возросли и избежать штрафов вряд ли получится. Тракторист признается, проблемы с гидравлической системой возникают регулярно. Техника уже устаревшая. На данный момент трактору уже 16 лет. Как бы по сути свое уже все это изжило. На новое, как бы, средств в наше время не хватает приобретать. Поэтому во время прохождения техосмотра как бы пытаемся все утечи устранять. Но, как видите, на данный момент все это по-новому происходит. Несмотря на новые штрафы, Виталий все равно считает их размер разумным. Но такой понимающий нарушитель скорее исключение. Так, например, в ходе рейда инспекторы оштрафовали и Владимира Туманова. В колесе его трактора не хватало шпильки, а один из задних фонарей оказался не откалиброван. Я не знаю как, но для пенсионеров это не посильно. Пенсия маленькая, так что да. По мере возможности я это все сравню.
И устраняют недостатки действительно многие, ведь для жителей деревни трактор – это в первую очередь способ заработка и организации быта. Всего за год штрафуют порядка 100 водителей сельхозтехники. Личный же рекорд инспектора Чевякова – 9 протоколов за один день. У меня был такой случай буквально вот, в своей практике. Я приехал на техосмотр к человеку, заставил его покрутить рулем и говорю, почему у тебя здесь болтается. Он аж за голову схватился, говорит, господи, я завтра собирался ехать там в другой район за 40 километров, и эта гайка бы отлетела, и я бы в кювет уехал. В такие моменты, признается инспектор, он чувствует, что стоит на страже интересов и безопасности людей. Весенняя операция посевная продлится до 31 мая, так что проверьте свою технику, чтобы не платить штраф за свою же безопасность. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, «День с толком». Барнаульские преподаватели разработали уникальное учебное пособие. Теперь школьники 5-х и 6-х классов смогут изучать английский язык и одновременно погружаться в историю родного региона. Пособие дополнило один из самых популярных в крае учебников – Spotlight. Поэтому блоки заданий дублируют темы основного учебника, но раскрывают их на примере знакомых для детей мест, событий и явлений. В пособии нашлось место хаски-центру, моральнику, алтайским сырам и даже пирожкам и сросток. Над изданием работы или 3 месяца, сейчас выпущено 10 тысяч экземпляров. В школы региона пособие поступит к сентябрю. Подобных в России практически нет. Нужно сказать, что это учебник не по регионоведению, а учебник прежде всего по английскому языку, поэтому учитель-предметник здесь найдет задания по разным видам речевой деятельности. Есть задания на чтение, на письмо, есть задания для тренировки аудирования и навыков говорения. С 1 июня в Барнауле запустят сразу 2 проекта в социальной сфере. Направлены они на оказание помощи тем, кто сам за собой ухаживать уже не может, пенсионеров и инвалидов. Подробности у Маргариты Гартунг. Я вот на колясочник, и сейчас я вообще не могу пересаживать. Валентина Новикова – инвалид детства. Родители женщины умерли, и помощь сейчас ей оказывает лишь соцработник. И аптеки, когда вот что-то, лекарства, все аптеки, все магазины, все, что коммуналку она оплачивает. То есть она все делает, абсолютно все. Я говорю, вплоть до того, что она мне мыться даже помогает, вот купаться и все остальное, стирает все. Помимо Валентины, адресную помощь в краевой столице получают еще 350 жителей. Но если пока это делают только сотрудники соцзащиты, то скоро квалифицированную помощь пожилым смогут оказывать и их родственники. И просто активные неравнодушные барнаульцы. С 1 июня в городе запускают школу ухода. Это программа федерального значения. Алтайский край в прошлом году вступил в пилот вот в рамках этой программы системы долговременного ухода. Вступили несколько территорий. Мы, скажем так, город Барнаул, это вторая волна, которая вступила в систему долговременного ухода. Обеими ногами в нее мы вступили с 1 мая. И это не единственное новшество. Также с 1 июня на базе комплексного центра социального обслуживания Барнаула откроют центр дневного пребывания для пожилых и инвалидов. И кроме того, в рамках системы долговременного ухода скоро в краевой столице расширят пункты прокатов инвалидных колясок и медоборудования для маломобильных. Маргарита Гартунг, «День с толком». В топ-10 лучших добровольцев Кубка мира по гребле попали и алтайские студенты. В Барнауле наградили более 400 волонтеров соревнований. А всего же в Барнаул свои заявки на участие в соревнованиях направляли более 1000 добровольцев. И их не смутило то, что перелет и проживание они оплачивали сами. Говорят, такое событие не могли пропустить. Мне уже 68 лет, но я с удовольствием езжу по всему миру. Я была очень много где, и мне это безумно интересно. Из Тюмени приехала в Барнаул. Для меня это очень значимо. Такой чемпионат проходил. Мне очень понравилось. Организация супер. Все вообще на драйве, все на позитиве. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Встретимся в эфире.